Линк. 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 Прости меня. Нет сил, он вырывается. Ганнон! Убийцы замка Хайрул. Бедствие Ганнона. Я это не ради тебя делаю. Просто возвращаю Ганнону старый должок. Это все, что я могу сделать для тебя. Бейся до конца! Держись, дружище! Ганнон! А ну скушай-ка вот это! Наше время пришло. Принцесса, потерпи еще чуть-чуть. Такой стрёмный. Он очень жесткий. И очень стрёмный. Дорог, нужна твоя помощь. Выручай. Ой, вот это было хорошо. Надо его сковать. Урбоза, дай мне твою силу. Блин, не успел. Я защищу тебя. Спасибо. Ядрён батон, я не готов к этому сражению. Надо вначале понять, что он делает. Что он делает? Понять его уловки. Вот это паучара, а? Помнишь, Дорог говорил, а он не собака, этот Ганнон? Нет, он не собака. Он чертов паук механический. А, фаербольчики пошли. Но это было, в принципе, ожидаемо. Бежим, бежим, бежим. Блин, нужен меч. Или заморозка. У меня же где-то были мечи ледяные. Да, большой, вот он есть. Адское пекло! Блин, пока этим мечом замахнешься, у меня уже снарядов 10 прилетело. Чё делаем? Чё делаем? Думай, думай давай. Как его побеждать? О, лук. Это, наверное, мой выпал как-то. В смерчи пускает. Ганнон-то, оказывается, творческая личность. И фаерболы, и смерчи у него. Так, началось. Он прицеливается. Дорог! Вся надежда на тебя. Блин, я его благодаря только Дорога вырубаю. Урбоза, твой выход! Стой, стой, стой! Куда это ты собрался? Thank you.
Ну, что-то мне вот это совсем не нравится. Бежим! Многие мне в комментарии писали: ты не готов, ты не приготовил еды, и вообще я сражаюсь с ним без брони древней. Но у меня есть, знаешь что, у меня есть чудо-труфель. Трюфель закусил, и бодрячком, и не важно, что он сырой. Что еще это есть? Грибочек вот. Ой, мама, сил до рука нету, надо бежать. Надо увиливать. Чем бы тебя охладить, может, стрелой ледяной? Нет, это не охлаждает его пыл. Блин, Дару, как же без тебя плохо. Надо как можно быстрее накопить его сил. А пока остается только выживать. Ледяных стрел больше нет. Вот так вот, когда он по стене ползет, он похож на муравья. На матку муравья, которая очень сильно разозлилась на своих подопечных. Кстати, он сейчас будет свой фаербольчик пускать. Надо бы взять ледяной меч. Надеюсь, в этот раз меня это спасет. Я готов. О, ништяк. Получилось. Опять за ствол схватился. Что ты будешь делать? Как насчет щита? Ху-ху-ху. Такими темпами щитов не напасешься. Давай еще разочек. Сейчас получится. Блин, нет, не получилось вообще. Ой-ой-ёшеньки, бежим. Вот эта иголочка проткнула бы меня знатно. Он сполз наконец-то. Сковываем его. И ледяной меч вообще без толку. Как же из тебя снять эту красную долбанную броню? Остался только последний метод. Это отправить его же луч в него. Ты можешь использовать милость мифа. Уху-ху-ху. Мифа, это здорово, что ты восполнилась, но мне нужен Дарук. Кстати, а как насчет древних стрел? Где они у меня, миленькие мои? А, видимо, они совсем были древние и бракованные какие-нибудь. Короче, его броня настолько мощная, что ничто не берет. Я уже перелистал свой арсенал сверху донизу. Отлично! Дарук восполнился. Сейчас мы ему покажем, кузькину мать. Давай, пульни в меня чем-нибудь. Точнее, лазером пульни. Мне нужен твой лазер. Но, по-моему, он хочет пульнуть в меня фаербольчиком. Ну давай, жестянка раскаленная. Я готов. И это все. Все, на что ты способен. Ну-ка, давай лазером в меня шмальни. Да нафига мне твое копье? Ну, наконец-то, созрел. Есть попадание. Надо было в него просто зарядить его же снарядом. Блин, неудачненько как-то вышло. Забыл вначале ледяной меч сменить. О, опять. Так, чутка осталось, совсем чутка. Вот только сил до рук и на один выстрел. Начинаем бегать и прыгать. Кстати, а как насчет мотика? Можно сюда мотик призвать? Нет, нельзя, черт подери. Печально. Выжидаем подходящий момент для щита до рука. Момент настал. До рук твой выход. Забивающие лещи.
Ганнон. Ганнон. Древнее зло. Воплощение злобы и ненависти. Он всегда возвращается. Это чудовище хочет одного — уничтожить все живое. Если его не остановить, нашему миру придет конец. Воплощение злобы и ненависти. Чудище тьмы Ганнон. Это лук света, перед которым бессильна тьма. Используй его. Не знаю, обрел ли ты свою прежнюю силу. Удалось ли тебе все вспомнить? Но я верю в тебя. Я верю в твое мужество. Лук света. Этот лук вы получили от Зельды перед боем с чудищем тьмы Ганноном. Если лук натягивает герой, в нем собирается свет, которым можно изгнать бедствие. 100 дамага от лука! Это невероятно мощно. Злоба защищает Ганнона. Атаки не причиняют никакого вреда. Подавлю его злобу, насколько смогу. Приготовься стрелять в его уязвимые места. Лин, я верю в тебя. Только вера и только вперед. Кстати, а почему я на мустанге, а не на мочке? Здесь уязвимое место. Готов, я вижу. Погнали, 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 мустанг. Не тормози. Надо лук сменить. Готово. Промахнулся. Есть. Поехали дальше. Получилось. Ты попал в него. Я так полагаю, что это истинный облик Ганнона. И он бык. Огромный свирепый бык. Чё-то как-то тучи сгущаются, кроволуние наступает. Лин, смотри! На голове Ганнона! Давай, давай, давай! Ну чё мы встали-то? Блин, мы в дереве застряли. Это его самое уязвимое место. Лин! Твою ж налево! Ладно, пешим пойду. Мотик, мотик, мотик. Мотик, выручай. Ты мне нужен. Давай, 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 поехали.
Все это время я наблюдала за тобой. Как ты бросил вызов судьбе. Как бился. И я верила. Все эти годы верила. Что когда-нибудь ты сумеешь победить Ганнона. Спасибо, Линк. Герой Хайрула. Скажи, ты помнишь меня? Пора отправляться во владение Зора. Надо понять, почему чудище Варуда остановилось, и проверить еще раз уровень воды. И еще король Дорефан, отец Мифы, он будет рад услышать о ней. Мы выстояли против Ганнона, но у нас еще много дел. И многие раны навсегда останутся в наших сердцах. Но я верю, жители этих земель восстановят Хайрул. Он будет еще лучше прежнего. И поэтому я должна помогать им всем, чем могу. Ладно, идем. Я перестала слышать голос меча. Моя сила, возможно, за 100 лет борьбы с Ганноном она угасла. Но теперь мне уже все равно.